в Камчатском крае гордимся успехами ваших детей. Ну и мне в вашем лице хочется поздравить всех матерей Камчатского края, всех, кто вкладывает свою душу, все свои силы в воспитание детей. Наверное, это самое главное, что есть в нашей жизни. Я, наверное, пользуясь случаем, поскольку такой у нас вот выходной день, праздничное мероприятие, и в вашем присутствии официально поздравлю и свою маму. У нас четверо детей, она воспитала, у нас четверо сыновей. Вот такое тоже, наверное, всякое время непростое, но это было такое, наверное, в чем-то особенно непростое время, 80-е, 90-е годы. Вот. Но, конечно, чем дальше, тем больше начинаешь ценить труд и своих родителей, ну и транслирую это на вас. Хочется еще раз вас поздравить и вам пожелать сил, пожелать, чтобы вы вот ту гордость, то чувство, которое мы все испытываем, глядя на наших детей, оно вам возвращало тепло, которое вы, в свою очередь, вложили. Вот. Ну и еще раз повторюсь, что праздник всего края и в вашем лице всех матерей Камчатки хочется поздравить и хочется пожелать благополучия, конечно, и здоровья, чтобы в наших семьях царило.